Hello friends, my name is Ksenia and we are learning Russian. We continue our course on 100 Russian verbs. We have only 5 lessons left to finish this course. Let's start. Our first verb is висеть, to hang. Висеть, infinitive, висеть. I am hanging on the bar every day or on a horizontal bar. You know, it's very good for your spine. I am hanging on the bar every day. Я вишу на турнике каждый день. Horizontal bar, турник. Every day, каждый день. Я вишу на турнике каждый день. You are hanging on the bar every day. Or you hang on the bar every day. Ты висишь на турнике каждый день. He hangs or he is hanging. Он висит на турнике каждый день. She hangs. Она висит на турнике каждый день. We hang. Мы висим на турнике каждый день. You plural. Вы висите на турнике каждый день. They hang. Они висят на турнике каждый день. Я вишу, ты висишь, он висит, она висит, мы висим, вы висите, они висят. Next verb to study, изучать. Infinitive, изучать. I study mathematics at the university. Я изучаю математику в университете. You study. Ты изучаешь математику в университете. He studies mathematics. Он изучает математику в университете. She studies. Она изучает математику в университете. We study mathematics at the university. Мы изучаем математику в университете. You plural. You study. Вы изучаете математику в университете. They study mathematics. Они изучают математику в университете. Я изучаю, ты изучаешь, он изучает, она изучает, мы изучаем, вы изучаете, они изучают. Next verb. Разрешать. To allow. Разрешать. Infinitive. Разрешать. I allow a visitor to come in or to enter. I allow a visitor to enter. Я разрешаю посетителю войти. To enter, войти. You allow a visitor to come in. Ты разрешаешь посетителю войти. He allows. Он разрешает посетителю войти. She allows. Она разрешает посетителю войти. We allow visitor to come in. Мы разрешаем посетителю войти. You plural. You allow a visitor to come in. Вы разрешаете посетителю войти. They allow. Они разрешают посетителю войти. Я разрешаю. Ты разрешаешь. Он разрешает. Она разрешает. Мы разрешаем, вы разрешаете, они разрешают. Next verb – to meet – встречать. Infinitive – встречать. I meet my old friend or an old friend, the old friend. Я встречаю старого друга. Я встречаю старого друга. You meet your old friend, an old friend. Ты встречаешь старого друга. He meets the old friend. Он встречает старого друга. She meets. Она встречает старого друга. We meet an old friend. Мы встречаем старого друга. You plural. Вы встречаете старого друга. You meet. You meet. You plural. Вы встречаете старого друга. They meet. An old friend. Они встречают старого друга. Я встречаю, ты встречаешь,
Он встречает, она встречает, мы встречаем, вы встречаете, они встречают. Now let's repeat all three verbs in different forms. Я разрешаю, я изучаю, я встречаю. Ты разрешаешь, ты изучаешь, ты встречаешь. Он разрешает, он изучает, он встречает. Она изучает, она разрешает, она встречает. Мы изучаем, мы разрешаем, мы встречаем. Вы, you plural, вы изучаете, вы разрешаете, вы встречаете. They, они изучают, они разрешают, они встречают. Next verb, спасать, to rescue, to save. I am saving a kitten from the storm. Я спасаю котенка от грозы. You are saving a kitten from the storm. Ты спасаешь котенка от грозы. He saves or he is saving a kitten from the storm. Он спасает котенка от грозы. She saves. Она спасает котенка от грозы. We are saving a kitten. We save a kitten. Мы спасаем котенка от грозы. You, plural, you save a kitten. Вы спасаете котенка от грозы. They save. Они спасают котенка от грозы. Котенок, kitten, котенок, puppy, щенок. Я спасаю, ты спасаешь, он спасает, она спасает, мы спасаем, вы спасаете, они спасают. Now let's have some training. I say English sentence and you say Russian sentence. Let's take a verb to study, изучать. But not mathematics, but physics, for example. It's easy. Physics, физика, Russian word. To study physics, изучать физику. I study physics at the university, and you say, я изучаю физику в университете, and in all six forms, okay? So, I study physics at the university. You say in Russian, please. Я изучаю физику в университете. You study physics at the university. Ты изучаешь физику в университете. He studies physics at the university. Он изучает физику в университете. She studies physics at the university. Она изучает физику в университете. We study physics at the university. Мы изучаем физику в университете. You plural, you study physics at the university. Вы изучаете физику в университете. They study physics at the university. Они изучают физику в университете. Молодец. Now I say one Russian verb in all six forms, and you say another in the same forms. I say to study. Я изучаю. And you say to allow, я разрешаю. I say я изучаю, you say я разрешаю, okay? Я изучаю, you say я разрешаю. Ты изучаешь, ты разрешаешь. Он изучает, он разрешает. Она изучает. Она разрешает. Мы изучаем. Мы разрешаем. Вы изучаете. Вы разрешаете. Они изучают.
Они разрешают. Молодец. Now let's take a verb from previous lessons. To forget. Do you remember a Russian word for forget? Or you forget Russian word for forget? To forget. Забывать. I often forget documents. Я часто забываю документы. Я часто забываю документы. I say I often forget documents. You say я часто забываю документы in all six forms again. Okay? I often forget documents. You say in Russian. Я часто забываю документы. You often forget documents. Ты часто забываешь документы. He often forgets documents. Он часто забывает документы. She often forgets documents. Она часто забывает документы. We often forget documents. Мы часто забываем документы. You plural. You often forget documents. Вы часто забываете документы. They often forget documents. Они часто забывают документы. Молодец! The lesson is over. Watch this video again to remember these verbs and their forms. Also watch previous lessons and the whole playlist of the course of 100 Russian verbs. The link is in the description of this video. Follow our YouTube channel, join our Facebook page. Let's learn Russian and make friends. Давайте учить русский и дружить. Пока!